Поставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также B-World и Roof. Мы находимся в BMG Drive, и это у нас смертельные шашки на максимальной скорости. Здорово, ребята. Ребят, сегодня мы находимся в Бимке, и я, малеха, так приболел, поэтому, возможно, сегодня будет такой странный голос у меня. Но это не меняет того, что сегодня мы здесь собрались с ребятами, чтобы покататься и погонять на прикольных тачках. Вкратце о правилах. Мы спавним тачки рандомно. Что? Я застрял в Ауди? Ауди тащишь ты. И застрял в ней. Ладно, я понял. Короче, если вкратце, ребята, то правила таковы, то что мы спавним тачки рандомно и на рандомных тачках проходим испытания по шашкам вместе с ботами. Цель не разложиться, доехать до финиша и как бы все в таком духе. Поэтому ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Окей, не будем тянуть и сразу, ребята, мы начнем со спавна. У нас здесь, получается, машин стало чуть больше, теперь у нас их 125. Поэтому выбираем тачку для Паши, поехали. Ура! Выкрути колесо налево. Назови число от 1 до 125. Угу. Выпало число 45. Так, это тебе, Паш. Теперь для Гриши, поехали. 45. От 1 до 125. Число 69. Сразу как ты хотел, сразу, наконец-то выпало. Теперь мне. От 1 до 125. Ага. 94. Ну, давайте посмотрим. Получается, 24, это у нас 20. Сейчас, ребят, найдем. Это 92, 93, 94. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я даже не знаю, честно говоря, что здесь лучше брать, потому что... Ну, пускай будет, наверное, вот так вот, или лучше вот так, наверное, все-таки. Я думаю, что вот такой вариант будет поинтереснее. Так, у кого-то здесь, смотрю, что есть уже дюранга. Да, у кого там стоит дюранга? У Паша? Окей, мы готовы. Это будет интересненький заезд. И давай, Паша, отсчет. Раз, два, три. Нихера себе. Да что такое было сейчас? Что за ультра быстрый старт? А где? Это а где моя скорость? Гриша. Все равно тебя хрен обгоню. Тебе хрен, нет, ты врежешь. Это неминуемо, понимаешь, это ламба. А, я понял. Ладно, я здесь как-то постараюсь обойти сейчас эти все моменты, так, но... Так, все Дони на встречке, отлично, я проезжаю. В смысле? Давайте боты в левую полосу, в правую полосу точнее. Они на встречке вообще едут. Какова скорость? Какова скорость? 360. Какая, Паша, у тебя скорость? Никакая! Никакая, Паша убрался! Паша убрался! Так, здесь дымно, очень дымно, слишком много дыма. Держаться. Я удержался, пока обходил Пашу, отлично, но... Ну, Паша все, Паша в тотал, так понимаю. Да, Гриша, я уж... В смысле нет? Ты еще едешь? Нет. Еду. Ты там капец как убрался ведь. Ты что там, убрался что ли? Вписаться, да, он убрался. Но Гриша ушел уже на километр. Понятно, ламбу мы не догоним, скорее всего, сегодня уже. На километра я побеждаю в этой сессии. Да вы даже меньше, я думаю. Я в этом еду, видео. Как ты едешь? Фига там, Паша так-то догоняет, что? Кого? Ты как это делаешь после аварии, Паша? У меня колеса правого нету, но я еду. Чё за бред? Ты как это делаешь? Нет, читер? Да, давай этот за Пашей поднаблюдай еще, чтобы у него боты там были. Я не понял, как это. Подожди, Паша, сбавляй обороты, слышишь? Паша, ты что делаешь? Мага не делает это. Я понял. Он по салону гуляет, я понял, да. Я понял, да. А Паша тоже убрался, да, видимо, или что? Да, убрался, да, Паша? Нет. Мне еще долго ехать, еще? Чтобы 2 километра оторваться? Да все, видимо, да. Ну, короче, как бы не так, это... О, Паша едет! Паша приехал. Короче, Гриша был дальше, понятно, здесь Гриша ушел. Ну, конечно, жесткая ламба, реально. Здесь, я думаю, без вариантов было нам. Да. Окей, ладненько. Это получается, что, разумеется, балл Гриша был первый. Но это не страшно, это был первый раунд. Поэтому сейчас выбираем тачку для Паши. Поехали. Ну все, у меня балл есть, я могу дальше не играть. Ага. А, число от 1 до 125. Угу. Выпало число 93. Можешь найти ГЛС и сделать минус 1. Это будет твоя тачка. Жи. Теперь для Гриша. От 1 до 121. Выпало число 38. Угу. Забирай себе. Знаешь, и теперь почему мне. Я выигрывал? Потому что у меня число 69 было. А, я понял. От 1 до 129. 38 ты сказал? Да. Выпало число 12. Дони, я попутал. Так, 8, 9, 10, 11, 12. У тебя... найди ГЛС и сделай минус 1. Это будет твоя тачка. Так, мне выпала BMW. Турбо антихром, ё-моё. Короче, я заменил свою BMW на такую более-менее, какая хотя бы, ну, вроде как смотрится неплохо. А у Паш там Гелендваген выпал. Давай, Гриша, отчёты, мы стартуем. Раз, два, три.
Поехали. Ой-ой-ой, что такое? Понял. Что, опять? Окей, опять не, все нормально, все окей, все доступ. Хорошо. Так, нормально, доступ окей. На месте. Так, Паша поехал на... Ага. Я понял. Я понял, Гриша уходит. Гриша удержался пока. Меня просто занесло, да. А чьи запчасти полетели? Не знаю, Паша пошел бочком. Паша, блин, Паша! Я не могу нажимать на нее, заносит. Что за хрень? Я понял. Я жив, я после аварии с Пашей все еще жив. А кто улетел, бот или Паша? А, Паша там улетел. И бот, скорее всего, и Паша. Ага. Я не могу на ней ехать, это какая-то дичь. А можно что у вас трассу там? Пошире? Вы оба там не едете уже или как? Я боком на 400 иду, ты понимаешь? А, реально? Ага, реально. В дрифте иду на семерке бэхи, ребята, просто обалдеть. Давай, выруливай направо, на... Хорошо. Я еду. Иду. Нет. Так. Поворачивай, что такое, улетел? Ну что за хрень? Улетел? Ты можешь прямо ехать, говна ты кусок? Понял. Да господи, что с этой машиной не так? Да я что почему, ж такое-то? Я понимаю, почему Паша на прыжках несколько раз прыгнул, что его даже по прямой я невозможно я опять что-то держать. Невероятное делаю, я еду. Я поделаю что-то невероятное, я понял. Но в принципе, я первый, и разрыв так-то, по идее, уже реально хороший, поэтому... Да я тебя обгоню на раз-два, просто надо как-то ехать на ней. Ну да, я знаю вот эти вот все это вот... Эти все отговорки, да я быстрее, только ты да, едешь, почему окей. Ты? Сколько ты едешь? 320. Ну, я 550 еду. Ну, только ты убираешься, а так-то все нормально, да. Да. Я тебя обгоню. Ой, дурак, блядь. Рано или поздно я тебя догоню. Не догонишь. Это шляпа, а не машина, если честно. Это просто. Да не, расстояние так увеличивается. Окей, ребят, я ушел, хорошо. Я издевательство над людьми ее сделал. Это невозможно просто не ездить. Я понял. Окей, ладненько, я ушел. Давайте пока за Пашей посмотрим. Паша здесь уже стоит на месте. А за Гришей мы смотрим, а Гриш тоже вернулся обратно, окей. Да, ладненько, это моя победа в этом раунде, мне это нравится, это хорошо. Окей, она делаем. Она туда-сюда постоянно стоит, вперед-назад. Да, ну главное, чтобы стояло. Давайте отсчет для Паши сделаем. А, назови число от 1 до 125. 48. Это было уже, по-моему, сделай плюс 1, Паш, сделай себе 49. Давай теперь для Гриши. От 1 до 125. А у тебя 4 48, было, а? Да, не 48. Выпало число 64. 48, а было кого 48? 38 было, 48 не было. Так, тогда все, тогда сделай себе 48, да, все нормально. Так, что у меня так, какое? Так, у тебя 64. 64. И теперь для меня. От 1 до 125. Число 79. Так, это, ребята, 80 и 79. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, по идее, вообще имба. Тогда я возьму себе черную конфигурацию, вот такую вот AMG. Ладно, начинаем мы заново, да? И давай еще раз Гриша счет. Раз, два, три. О. О-о-о. Да, ничего, ты меня догоняешь, нет? Нормально. Не, ну, честно, меняй конфигурацию. В смысле? Да, блин, Гриша, чё такое, ты убрался у меня? Не, я всё чётко прошёл. Ты капец, мятку разбитый уже. А, да? Да. Это как Паша тогда вот этот вот, ну, мешочек запчастей ехал. Да, то же самое, что у тебя. А сколько у тебя скорость? 350. Как это произошло? Я хотел объехать, но понял, что уже это бесполезно. Я тупо улетел, короче. Без конец карты. Что это, блин? Я понял. Ладно, смотрим сейчас за Гришей. Ваня застрял в текстуре на краю карты, я понял. Да. Слушай, а ты как бы... Ты реально бит у меня в хлам уже. Как ты сейчас живой, в принципе, я не понимаю. Если посмотришь, у меня все целое. Я понял. Ну и Паша здесь на РСке никуда особо не спешит. Ага. Я тоже никуда не спешу, пока поворот. Ну, я понял. Ну, слушай, Паш, ты догоняет. Да, догоняешь ведь, Паш? А сколько, Паш, едешь? 250. Ну, 280, 290, 300. Я понял. Ладненько, я думаю, это балл для Гриши в этом раунде, скорее всего, потому что слишком отрыв, конечно... Так, хотя, подожди, непонятно еще. О, нет, что это? Ну что все, случилось? Первое слово дороже второго, ты уже сказал, я расслабился. Да, ладно, ты уже, я слышал, что с тебя это было сначала, а потом ты уже это, не, значит, не, Паша не, ушел дальше. Да не, нифига подобного. Ну как, давай не финиш определим, где у нас находится, а? Финиш? Да. Ну давайте выход с песков тогда хотя бы будет финишем, я уж ну не вот, знаю. Ну вот, значит я первый. Давайте выберем тачку для Паши, поехали. Число от 1 до 125.
У Паши РС-5 под самое начало выпало. Ты мне говори число, потому число что 3. Я слышу 8. Число 3 у тебя. Все. Теперь для Гриши. От 1 до 125. 15. Ну, это тоже под самое начало. И теперь мне. От 1 до 125. Блин, Паша. Угу. Выпало число 90. 90, окей, сейчас найду себе. Это 80, 84, 88. И это получается 90, это Ешка. Так, я понял, то есть получается у вас там Бэха, Ауди, Ешка у нас, если быть точным. Есть Абеба конфигурация, что? Что за Абеба, блин? Да, что-то я такое видел, кажется. Пускай будет... А там есть АБМ. Биток с этого? Да, США есть, да. США, давайте в фуматике сделаем плюс, так и быть. Окей, Audi, Mercedes, BMW, мы готовы. Давай, Паша, счет. 5-3. Я понял, опять у Паши ультрабыстрый старт. Ага, ну, Audi вырывается вперед, предсказуемо, на старте. А вот дальше посмотрим. Бэха, Мерс, либо Audi. Кто будет быстрее? Догоняешь или нет? Догоняешь, да? Догоняю. Я проторможу, чтобы не убраться здесь. Паш там по оффроду идет, я понял. Окейюшки. Вот чисто немецкое дерби, ребята, на здесь намечается. Дерби-реберби. Да, типа того. Так, Паш, догоняем мы Пашу. Что, у вас там авария была? В смысле? Паша! Нет, блядь, ну Паша! Паша, была авария, нет? Вообще-то меня Гриша врезал, потом меня расколбасил и Дони меня врезал. Да. Не было ничего такого, даже близко. Да было, у вас там чей-то бампер отлетел, блин, летал там, да нет, под колеса лечил. Нет, у меня просто загорелся, а да, ни одного царапинки больше нет. Ну, это типичное состояние BMW, это как бы не страшно совсем, на самом деле. Ну все, да. Я теперь не могу повернуть по-нормальному. Паш там вообще где-то ездит, непонятно где ездит. Вы вдвоем меня раздолбали просто. Да Паш, не было ничего, отвечаю, я просто прошел. Ты меня снес, ты меня снес. Шашки, знаешь, делают вот так вот, проходят. Ну ты снес меня по этому, по синхрону. Поворачивай. В пайфейме что ли эти? Да, тупо синхрой убрал. Нормально, ты меня снес. А, ну у меня-то ты прямо ехал, я тебя типа... Да что с бутами, блин? Рестарт надо сделать. Так, да, давайте сделаем по 8 раз рестарта теперь за один заезд. Да ладно, вы чё? Ну, здесь Гриша ушел пока, явно, как бы. Пока идеально не проедем, да? Вот Дони! Не-не-не, Паша, не-не-не, Паша, не-не-не. Туда иди. Ладно, окей, какая у вас скорость? Какая у вас скорость? 250 я сейчас. Максимально было 290 у меня, если не ошибаюсь. Вот я 340 еду. Непонятно. Да отстань, Паша, не хочу я к тебе идти. Чисто по максималке я бы, наверное, вас все равно обошел. Ну да, 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 скорее всего. Паш, я не хочу к тебе идти. Не хочу. Быстрей. Ну все, тут уже Гриша ушел, поэтому. Такие просто раздроты едут. Иди сюда. Держи аптечку. Что это было? Что это такое? Я подлетел на отбойнике. Что это было? Ладно, ребята, последний раунд сейчас будет, поэтому давайте сделаем красивый ласт раунд. Такой прикольный, прям настоящий. Четкий. Поэтому спауним сейчас тачку для Паши. Число от 1 до 121. Ой, 25 же. Число 103. Ну ладно, 25, там, да. Там, ладно, не страшно. Число от 1 до 125. Я не слышу. У тебя 103. 27. У Гриши 27. Теперь мне. 27, да? Ага. От 1 меня, до 125. 25? Число 58. 58, окей, сейчас найдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это, ребята, 40, 44, 48, 52, 56, 57, 58. Это Ягуар. Ох, ну только у меня еще, ребят, не катался пока. Так, тюнингованный какой-то есть. Тюнт, Кабрио есть, Кабрио. Давайте GT сделаем, мне кажется, более-менее вариант неплохой. Что там у вас? А, Бэха у кого-то здесь. Угу. Бэха. Кстати, икса я нашел. Это полный привод. Да, окей. И... Ой, там Эска. Эска, слушайте, прикольно. Слушайте, реально прикольно. Да. Эска, то есть Audi, ой, Audi, говорю, BMW, Мерс и Ягуар. Окей, давай, Паша, отсчет. Раз, два, три. Поехали. Ой, какой старт. А что со мной? Почему такой старт плохой? У тебя плохой старт, я вообще не поехал никуда. Что я? Что за дрифт, блин? Ну ты че боком идешь? Я реально в дрифте шел. О, разгоняюсь, нормально. Так, догоняем. Очень отлетело там. Я видел! Нормально, тебя бота все. Да блин, я засмотрелся. Не поворачивай! О, нормально, мой. Все, пошли, аккуратненько. Так, это мы сейчас сюда шашку делаем сюда.
Как там у вас дела, мужики? Все в порядке? Ай! Ну он и чё? Не видит нас. Боты? А мне назад машина не едет. Назад? А, да. Ты совсем прям убрался, да, получается? Да я еще по еду. Тормозам. Ну, слушайте, ну все-таки здесь, видимо, я думаю, я лучше уеду, скорее всего, потому что... А, подожди, я на спорт не переключил. Коробка спорт, Шамаич. Да я видел, как тебя бот вообще вынес за пределы трассы. Сейчас поменяю. Было неплохо, на самом деле. Так это мы сейчас направо, налево. Но, ребят, опять-таки, выход с песков — это первое место, поэтому... Блин, я раздолбал, пока менял. Там кто-то меня догонял там сзади. Там кто ехал сзади меня прям вплотную да ко мне. Да я догонял. А, ты догонял. Ну, сюда убрался, получается. Ну, окей, ребят, я доезжаю до конца песков, и как бы это балл мой будет в этом раунде. Окей, неплохо получилось у нас в этом, в этой серии. У нас там и я побеждал, и Гриша побеждал, и Паша вроде бы тоже там побеждал. Поэтому сегодня все были там в победителях. Поэтому в комментариях пишите, кто там, ну, больше количество раз сегодня выиграл. Даже было бы узнать интересно. А пока мы давайте посмотрим за вами. Вы там где? А, вы уже вернулись, да? А Гриша а как ты едешь на BMW, у которого нету пол морды? Она едет, все в порядке. Все едет, все окей. Друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем удачки, всем пока. Всем пока.